Здравствуйте, дорогие подписчики! Сейчас вам хочу рассказать, как из молока делают сметану. И получается то молоко, которое у нас в магазинах. Вот это молоко от коровки. Домашняя коровочка кормится домашними травами. За ней хорошо ухаживают, все. Это аппарат, сепаратор называется. С одного выходит перегон, вот он булькает, а с другой полосочки идет сметанка, так? Сливки, вот те, которые мы покупаем на привозе по очень дорогой цене. Здесь у нас ведро, полтора ведра молока, да? Сейчас еще добавим. И сепаратор работает, вот такой струечкой вытекает молочко. И это можно еще спокойно пить, оно еще будет жирненькое. Можно сделать вообще обезжиренное, чтобы было, тогда сметанка будет больше. И сметанка замечательная получается. Вкусовые качества обалденные. Вот так добавляем молочко, а аппарат делает свое дело. Потом еще есть аппарат, который взбивает масло, называется масло Бойко. И вот в таких условиях производят сливки, которые попадают к нам на прилавки. Все, кушайте на здоровье. Очень полезный и вкусный продукт. Сливка – это замечательная штучка. До свидания.